Димитровградский акробат стал на шаг ближе к первенству мира. Даниил Зуев заработал 1 очко рейтинга, заняв 4-е призовое место на командном первенстве России в Московской области. Наш спортсмен был единственным представителем Ульяновской области в дисциплине «двойной мини-трамп». Теперь Даниила ждут еще 2 старта, где и решится, будет ли он представлять страну на первенстве мира.